Из Якутии депортируют всех, у кого нелегальные документы. Со 2 марта на всей территории республики проводится второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный иммигрант». Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели так называемую чистку на столичном рынке. Проверяли законность нахождения и осуществления трудовой деятельности иностранцами на территории России. Проверка показала множество правонарушений. Как выяснилось, желание трудиться в России некоторых сподвигло даже на подделку документов. Было выявлено порядка 80 уже нарушений. Среди них именно предусмотрено статьей 18.8.1.1, это незаконное нахождение на территории Российской Федерации. Выявлено уже порядка 12 человек уже. И среди них также выявлено 4 гражданина с поддельными миграционными картами, то есть они не выехали с территории Российской Федерации, а здесь, в пределах Российской Федерации, в частности города Якутска, сделали, напечатали на принтере, откопировали или какими-то разными всякими технологическими способами поддельную миграционную карту, фактически не выезжая с территории Российской Федерации. На основании этой миграционной карты они продлевают дальнейшее свое пребывание.